Asus FE170CG Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек, нужно попасть в меню Droid Boot. Чтобы туда попасть, нужно зажать две клавиши. Кнопку громкости вверх, кнопку питания. Две клавиши держать, пока не загорится логотип Asus. Как только логотип Asus загорится, вы питание бросаете, а плюс держите. Значит, плюс и питание. Загорится заставка, питание отпустили, а плюс продолжаете держать. Загорится вот такое меню, это у нас меню Droid Boot. Дальше опускаетесь вниз, где там кнопки-то? Опускаетесь вниз до строчки Factory Reset и нажимаете питание. Если питание не сработает, оп, ну у меня тут ошибка, у меня, видимо, в прошивке дело. Если с прошивкой все в порядке, то будет сделан сброс. Он отформатирует внутреннюю память, удалит пользовательские данные, графические ключи, какие-то мелкие ошибки и так далее, перекинет обратно в предыдущее меню. А здесь нужно выбрать строчку reboot, вот эту вторую. Выбираете вторую строчку reboot, он перезагружается, включится чистый, как с витрины. Два момента, о которых стоит говорить до того, как вы все это будете делать. Перед любыми сбросами, любыми прошивками на Android 5.1 и выше нужно выйти из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, в правом верху кнопка с тремя точками, удалить аккаунт. Если это не сделать после сброса либо прошивки, он будет просить старую учетную запись Google и пароль от нее. Как бы у меня есть на канале полулист ФРП Google, но лучше до этого не доводить. И второй момент. Этот сброс убирает лишь мелкие неприятности, мелкие ошибки приложений, графические ключи, что-то совсем по мелочи. Для чего-то более серьезного нужна прошивка. Я ему выбираю reboot вторую, а вы ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Планшет Asus. Мы хотим разобрать, чтобы посмотреть его модель. У нас немножко безымянный, там на задней панели вроде выгравирована модель, но так стрёмно видно, вообще капец. Значит, чтобы его разобрать, используем что-то тонкое. Я вот медиатор использую, какое-то что-то гораздо тоньше кредитной карты. Дальше, инструкция может быть универсальна для многих аппаратов, поэтому имейте в виду, открывайте все крышки, которые есть, смотрите, нет ли торцов болтиков. И под крышкой обязательно смотрите, чтобы не было ни одного болтика. Этим медиатором. Сейчас я это уберу, что не мешало. В какое-нибудь слабое место. Между верхом и низом. И ведем вот так и расщелкиваем аккуратно, чтобы сенсор не повредить. Вот так, по контуру прям. Так, конечно, модель надо было бы узнать у клиента, но клиент коробку выкинул после покупки. Еще что-то там поднакопилось. И ничего не найдешь, ни документов, нифига. Значит, оп, такие вот еще острые места. Все у нас получается, здесь огроменная щель, аккуратно разводите. Ничего не насильничая. Потому что бывает, что динамик приклеен к этой стороне на проводах, и чтобы ничего не оторвать. Убираем крышку и смотрим, что-то похожее на модель. Что-то похожее на модель, но вот здесь мы видим FE170CG. Мы сейчас, конечно, эту модель загуглим, но основной принцип вы поняли. Вот батарейка отстегивает, шлифа, камера и так далее. Можно плату снять, болты открутив. Ну, такая инструкция по разбору. Еще раз, FE170CG. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.